Всем привет, ребята, вы на канале Джонни Паппет. Мы сегодня будем играть в Тома в Джинджера. Ну, в смысле, в Том бег за золотом, но фермера Джинджера. Вышло новое обновление, ферма Джинджера и сам фермер Джинджер. Посмотрите, какая у него шляпка. Дом у нас, конечно же, не построен. Джинджеришка. И отправляемся бегать, собирать всякую ерундушку. Типа монетки, золото. Так, ну, в принципе, красиво, да? Красиво сделали. Мы как... даже музыка такая фермерская. Прикольно. Но мы, как обычно, мотаемся за нашим воришкой. Догоняем, забираем его золотишко. В общем, все как обычно. О, там даже курочки были. Стой, говорю. Так, нам дали хорошо, что один сундучок дали. Смотри, сколько он золота теряет, да? Ребятки, также хочу вам и сказать, если вам понравилось видео, делитесь с ними в соцсетях, помогайте развиваться каналу, и будет круто, я вам скажу большое-большое спасибо, как-то так. А, кстати, ребятки, у нас там было задание собрать чего-то 260 и чего-то, ну я не знаю, соберу ли я. Ой, посмотрите, это ночь. Ой, это какое-то обновление? Это же индустриальный мир. Колорирование. Вот что я хотела сказать. Да-да-да. И не забывайте писать комментарии. Ваши комментарии будут в видео. Вы же сами знаете то, что... Вниз. А про Гринни также, ребята, тоже не забывайте. Гринни будет. Бабульку Гринни никто не забудет никогда. Да, Томушка, стой. Опа. Нам дали еще один сундучок. Кстати, у этого Томушки, у фермера Джинджера самое мощное, это у него магнит. Действие магнита. Самое большое это у фермера Джинджера. Кстати, вот мне также нравится уровень со скейтом, но тут надо быть чуть-чуть поаккуратнее. Чуть-чуть скользить. И всякое так. Ух ты. Все, ребятки, да, вы видели, я сделал крутой пируэт сальто-мортали выполнил задание. Да-да, какая смешная у меня шляпка. Это же свеколка. Ха-ха, я со свеколкой на голове. И на скейте. Вот этот фермер Джинджер веселый, да? Мне вообще последние обновления понравились. И с хэллоуинской Анджелы. И вот эти вот боковые заезды. Магнит. Ой, спасибо большое, спасибо. За магнит нам дали. И опять в самом начале. В самом начале города. Ту-ру-ру. Так. Тан-дан-дан. Шпоньк. Ребятки, мы вляпались. Ну ничего, идем дальше. Продолжаем бежать. Тун-дун-дун-дун-дун. Так. Воришка, стой. Мне нужно золотишко, чтобы отстроить свою ферму. И будет крутой дом. Оп, чпоньк. Сюда. Кто делает дырки? Я уже говорил. Кто делает рядом такие дырки? Рядом с отелями. Рядом. Но мы идем и прыгаем, чпоньк, вниз. Ух ты. Опа, обежали. Опять мы врезали. Да что ты такое врезалка, а? Ну ничего страшного. Мы бежим дальше. Какой он смешной. Да что ты тряпаешься? Да что такое? Подождите, ребятки. Сейчас, секундочку. Опа. Что-то мы прямо направо и налево тратим наши динамитики. Стараемся бежать дальше. Хорошо. Томушка. Ой, да почему я тебя Томушка называю? Ну, потому что, наверное, игра называется Говорящий Том. Ну это же Джинджерышка. Оп, Томушка, Джинджерышка. Анжелушка. Бенушка. Оп. Сюда, вниз, чпунь, камень, оббегаем. Как мне нравится магнит, если бы вы знали. Как мне нравится магнит. И опять мы в индустриальном городе, говорит Джинджерушка, и не может выговорить, да? Ну ему, наверное, шляпка большая мешает, он как ковбой. Хотя, Томми бег за золотом, наверх. Каска свекла была.
есть ковбой, ковбой Том вроде бы. Ну тоже такой крутышка. Тихо, вниз, вверх. Фух, ребятки, мы держимся, держимся, держимся. Мы все бежим и бежим. И тихонько, ага, сюда. Может быть, догоним в этом видео сегодня енотушку, да? Воришку нашу. Мне вот эти все светящиеся охота подобрать. Мне кажется, такое впечатление, что это какой-то бонус, знак или что-то в этом духе. Фу! Я застрял между ворот. Ой, ворот. Автобусов. Но мы потратим динамитики, побежим дальше, потому что нам надо пройти. Ух ты! Через три машины! Вниз! Фу, успел! Через три машины, через два шлагбаума, ужас какой! И опять эти дырки. Дырки рядом с отелем. Ну кто так делает ремонт, а? Непонятно, непонятно! Уп-уп-уп-уп-уп! Прыжок, прыжок! Так! Из-за этих больших кучек золота я не видел большой-большой там шлагбаум. Ну, эти перегородочки, которые я чуть не вляпался. Енотушка, стоять! Ах ты трус! Слушайте, вы заметили, что мне за эту игру ни разу вниз, ни разу вниз-вниз, ни разу не добрался никакой самолет? Что за ерунда? Тратим еще 80 динамитов и бежим дальше. Оп! Где самолетик? Хоть один. А то, да и стеклы мало выпадало, да? Ну, в смысле, шлема. Только, там вообще где-то все бонусы, что-то я ничего не понимаю. Что за ерунда? Мне не дают пробежать. Одни магниты, что-то какой-то магнитный... Магнитный уровень. Так, прыжок наверх, еще прыжок наверх. Еще прыжок наверх. И ну я все равно по привычке бегаю за золотишком. Хотя у меня действует магнит, можно и пропустить. Меня опять размазало. Я упал. Уже стоит очень дорого. 160 динамитов, ребятки. Чувствую, мы так далеко убежим. Сюда, наверх. Что-то я не понял, где вообще мои рекорды? Что-то стало все очень быстро. Быстро-быстро стало. Ну-ка, отойди. Сюда. Так, в сторонку все. Все в сторонку. Успел. Так. Вниз. Сюда. Так, хорошо. Удвоение очков взяли. Золотишко верни. Вниз. Ужас какой. Какой ужас? Опять магнит. Почему одни магниты? Я ничего не понимаю. Что за ерунда? Тихо. Держимся. Держимся. Какая скорость большая. Ух ты. Еще двукратное увеличение очков. Множитель у нас 262. Это же здорово и круто, правда? Я бегу сквозь сломя. Что это? Скейт? Ой, сейчас будут скейты, ребятки. Еху! Мне нравятся вот эти. Вот этот уровень со скейтами. И вот эти рампы, которые установлены. И я ударился случайно. Прикольно придумали, да? Объехать. Там знак, видели были? Типа, не вляпайтесь на скейте. Опа, сюда. Так, сюда. Отлично. Едем, катимся вниз, назад, вверх. Йоп! Вот это да! Петя сделал крутой пируэт! Проскользив! Опа! Магнит! Магнит нам пригодится! С ним легче бегать! Можно просто вот так вот кататься! Опа! Ит! Опа! Вот так вот! Оп! И двукратное увеличение очков я не взял! Смотрите! Опа! Беда какая! Какая беда! Эх, не успел. Ну давайте посмотрим, попробуем построить наш домик. Что у нас там? Мы заработали. Сколько денежек? Из них мы построим нашу ферму. Так. Ну, для начала построим большой домик. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Небольшой какой-то сараюшка, да, мы сложили? Какой-то маленький... ты воришка, еношка. У нас нету денежек. Ерунда какая-то. Так, это наша грядка. Грядка-то круто. Будем сажать овощи и фрукты. Ну там свеколка, я вижу, капуста, морковка, пугало. Так, строим дальше. Сейчас мы построим полностью. Вот это огород, тыковки, да? Да. И последний завершающий этап, забора не хватает. Все правильно.
забором, Джинджерушка? Нам не хватает забора. Так, надо достроить. Ага, тут нету денежек. Давайте мельницу. А, это не мельница, это амбар, наверное, да? Амбар. Там хранится зерно в амбаре. Так, дальше строим. Или это мельница? Что-то непонятно. Или это... Вы видели немножко... А, это водяная башня. Да, ой. Ну, ребятки, у меня нету денежек, закончились. Ну, за Джинджера мы уже продолжим играть в следующий раз, потому что мне же надо достроить домик. Ту-ду-ду-ду, он карту видит, смотрит. Типа такой, как мне дальше строить, я ничего не понимаю. Так, тут мы ничего прокачать не сможем. Ребятки, мы играли в Джинджера. Не забывайте подписываться на канал, если вам понравилось. Вступайте к Джонни в Инстаграм, пишите комментарии, делитесь этим видео. Все как всегда. Всем пока-пока. Thank you.